Жители 7-х и 8-х корпусов очень обрадовались, когда в кампусе появилась новая остановка – вертодром. Однако высокий холм становится настоящим препятствием для желающих подняться к остановке или спуститься к корпусам с пакетами из супермаркетов. Действительно опасно спускаться стало с приходом осадков, дождя и снега. Мы решили узнать, нужна ли студентам лестница, ведущая к остановке, и когда она появится. Я считаю, что лестница очень нужна, потому что, особенно зимой, очень опасно спускаться, и несколько раз люди просто падали. И, если честно, не хочется стать одной из них. Поэтому лестница просто необходима здесь. Народу очень много, каждый раз спускается, поднимается. Это одна из наиболее популярных остановок, поэтому, мне кажется, нужно выделить деньги на ее строительство. Ну да, конечно, мне кажется, здесь часто ходят люди, я сам сюда хожу по утрам, когда езжу на занятия по военной кафедре. И когда темно, неудобно подниматься. Нужна очень сильно всем студентам эта лестница, потому что очень неудобно ходить зимой. Но это не так просто сделать, потому что в этом месте проходит теплотрасса, и ремонтные работы в этом месте запрещены. А откуда я это знаю? Знаю, и вот. И поэтому лестницы тут не будет. Но ты ее хочешь? Ну, я ее очень сильно хочу, и я думаю, все ее хотят. Но никто не может ее получить. Спасибо. Постройка лестницы на вертодроме – это один из самых важных вопросов, которые волнуют студентов. И мы действительно работали над решением этого вопроса, и мы узнали следующее. Первое – это фактор денег. То есть нужно будет, чтобы выделили финансирование, и финансирование выделено на 2016 год. И второй фактор – это фактор температуры, потому что лестницу нельзя строить при минусовых температурах, потому что бетон не застынет. То есть примерно можно ожидать постройку лестницы весной-летом 2016 года. Спасибо.